Сейчас, подожди. Значит так, ты называешь венгерку черносливом. Это не венгерка, это... А, венгерки это все сливы, которые длинные. Венгерка розовая вон там. А это чернослив. Ты же мне черенок давал под названием чернослив. Далее Тоторов Володя приходил, говорит, да, это чернослив Козловского. Да. Ну, а куда ты мне суешь? Попробуй. Ну, вот они сами сыпятся уже. Ладно, поехали дальше. А твоя венгерочка там, а это я бельфлеры снимаю, бьются сильно. Ну, посмотри, отсюда заходи. Имей в виду, что у меня только эти персики все подвязаны, чтобы не отломились. Ага. Не зацепись головой. На, вот тебе уже спелый. И вот интересно, спеет снизу. Вот так беру, раз. Он, если мягкий, да вот он тоже. Понюхай, какой запах. Это мне говоришь, хозяину этого клона. Меня всегда удивляет, как меня угощают моими же этими клонами. А что ты хотел? А теперь посмотри сюда. Я радуюсь. Глянь. Венгерка. Вот венгерка розовая. Розовая, которая не имеет права на существование. Нет. Скажи, чур меня. Тоторов говорит, что Серега брал прививку у Тоторова. Я говорю, слушай, а мы, по-моему, у меня на ранчо, ей уже 20 лет. У него выхода нет, понимаешь? Не, ну я не знаю, он, может быть, что-то путает. Я ему пытался доказать, что у меня это слива. Да мы с тобой даже год вспомнили. У дочки моей растет хрен, да, его да. Знает уже. Ой, она родственник, не то что родственник, а вместе с Антоном. Внук у меня Антон. Видишь, посаженный есть было. Люди... А это вот червяк, наверное. Ага, есть, мы все люди разные. Например, вот, допустим, есть железобетонные люди. Вот. Не положено, должна быть синяя, значит, синяя. Раз она розовая, значит, она была розовая. Нет. А мы с тобой и синяя-розовую сделали. Там, видишь, это тоже ветки ломаются от нее. Она хрупковатая немного по сравнению с черносливом. Ну, вот. Это уже другой вопрос, вот господин профессор. Знаешь такой анекдот? Надо было прореживать. Видишь, вон отломилась тоже, натреснула веточка. Ну, что теперь? Вижу. Так, итак, я надеюсь, что мы оба стоим на том. Ты брал у меня. Раз. Вот это я брал у тебя. Ну и все, и пусть Тоторова это. Даже, знаешь, не то, что как бы сказать, не черенок брал. Мы с тобой тогда практически были незнакомы. Это было ужасно давно, в 90-х годах. Вот именно. Я, когда построили дочке с зятем усадьбу, то есть это дом, надо же было ее посадить. У меня только яблони были. Ну, там груш немножко, но в основном яблони. А слив не было. Я вот к тебе поехал на хутор и в тебя купил эту, три особи. И как сейчас помню, две венгерки. Вот, на одной из них внизу был персик привит, вот такая веточка. И он в этот год зацвел и все прочее, но потом сдохнул. И черную, чернослив этот. Вот, тогда я тебе, у тебя купил саженец, чернослив отдельно. И он долго в них плодоносил, а потом сдохло потихоньку. Тоже начала кора сохнуть, ну, сколько лет там уже. Ну, конечно. 20 с чем-то лет, я точно, надо у жены спросить, сколько внуков да лет, столько еще в том веке, еще. Ага. Вот, а оттуда я уже срезал и на свои подвои. Ну, это сам знаешь, уже 100 лет об этом, то есть 100 раз говорили. Подвои здесь у нас эти абрикосы левицкого, это бай, который. Та слива чернослив, на сливе привитая, а это на абрикосах. Так вот, чернослив Козловского я раздобыл царство небесного. У Боднера Борисовича. Да? Да, еще раньше. Вот, это от него у меня пошло. Так что вот такая история. Пойдем. А фотографии сделаем, это персиков там сейчас что-нибудь выберем. Так, со сливами закончили разговор? Да, наверное. Слава Богу, я хоть не буду выглядеть этим самым. Ни мошенником, ни обманщиком. Вот. Опять же, я могу повторяться, да, что от тебя я могу даже перечислить, начиная с фасада Golden, который мы называем, да? 500-граммовый. Да. Раз. Встаньте вот так, чтобы на фоне вот хотя бы груши. Любой, вот этой.
Ну, так у нас смотрится лучше. Дальше, Golden. Golden, сливы обе. А, ну, если давай это самое, пошли по семечковым. Golden от тебя. И вот так по саду иду. Нарядная Ефимова от тебя. Ты ее испортил, улучшил, в смысле. Да не улучшил она. Ну, испортил, тогда, говорю, испортил. Не-не. А, гигант. Подмосковье. Так, что у нас там дальше идем? Так, лютневая. Лютневая, да. Лютневая, лада, я про них чуть не забыл. Вот, от тебя. А БРР ранее, это с Винницкой области, Олег Сырова привозил череночки. Далее. Ну, а, абрикосы, рыжик, тоже случайно попал мы-то из мешка. Ты хотел их сжечь, эти череночки? Было дело. Что некуда прививать, выбирай. Ну, я выбрал наобум. Привил эти абрикосы, и вот из трех сортов оставил себе только рыжика. Один получился тогда, жердела выросла. Вот такие вот листья с моего ладони. Я думал, будут такущие эти абрикосы. Нет. Вот, маленькие жердела, с нее варенье только нормальное. А так кисловатые. Вот. Ну, в принципе, слива. И чернослив, и венгерка, и ника еще. Ника слива. Да. Тоже все это твое. Но главное дальше. Персики. Дальше. И вот это жуковская. Во, жуковская. Вон она, громадная, такая мощнейшая. Урожай но, был не очень, но хороший урожай. Ты знаешь, я за ней ездил вкусная. Куда? Да, специально. Там, где могилы деда, бабушки, отца, мамы, разрушенный дом. Вот. Новый хозяин построился. Я говорю, можно я тебе веточку срежу? Я говорю. Я тут в детстве на этом дереве, говорю, жил. И он сказал, можно. Конечно. И вот мы теперь обладатели самых лучших в Сибири вишневых. Самые лучшие, да, вишни здесь. Это я тоже могу подтвердить. Вот. Я... И листья-то какие? Листья какие? Да. Вот скажи многие ты... Многие говорят, что это скажи... черешня. Какая черешня? Вишня. Нет, была вишня. О-о-о. Так ты же забыл самое главное. А. Ты помнишь, у нас, когда мы привили вишни, у нас черешня получились, листья эти. Ну, были. Были. Его. Так вот я до тоже этого сладок. Их тоже испортил. Я на него гены черешни внедрил. Теперь да, теперь это уже не жуковка, теперь это войлочь. Ой, вот это теперь дюк. Вот. Правильно скажут, обманывайте, друзья, это черешневый лист. Так. Я ее испортил. А в нитритинге вибрации не существует. Меня продолжают долбить. Ну ладно, мало ли чего. Короче так. Ну я с обидой пришел, жалуюсь тебе. Дерево-то, ты посмотри, какая толщина уже. Да. Бревно. Вот этому дереву 14 лет. Угу. Это я прививал еще на даче его. Потом сюда с дачи перетащил, с того участка, когда дом-то уже построили. Саженец перетащил уже, было ему, да, 2 лет, 2 года. На третий год я его выковырил. Для того, чтобы вдруг исчезнуть, ну, заболеет, вдруг что-то там случится. Я себе сделал вон на углу еще такую деревце, и вон там. Вот такое всего. Во. А уже 2 года как плодоносит. А для чего нужен сад-дублер? А вот для того и нужен. Для того и нужен. Ну, вот у меня, допустим, несколько отличных сортов яблок исчезло. Ну, эти заилийские, алматинские. Да. У меня заилийска сохранилась. А так... взять черенка негде. Ты, это я от тебя взял, благодарю нет. тебе. У меня есть 2 дерева. А, есть еще, ты напугал, что погибло. У меня, сейчас я скажу, отрадная накрылась и столовая десертная. Столовка там называют. И пеструшка. Там любимое яблоко в Казахстане. Понятно. Там так, лимонка цела. Лимонка цела. Меня вот. Долбит лимонка, а у меня лимонки нет. Есть, есть. Вон там. Хочешь, я тебе... Все. Дмитрич, хочешь скорую не вызывать? Да, хорошо. Все, я отключаюсь. Самое главное, что мы это... Итак, розовая венгерка неправильная, но она существует. Почему вот. Она неправильная? Ну, очень даже потому что она синяя была. Ну, не знаю, может, у тебя синяя, у меня розовая. Да. А нахрена на привил на абрикос? Кто разрешил? Какое ты имел право? Не, мне кажется, это не совсем влияет. Ага, сама это покраснела от стыда. Да она, наверное, была такая. Ага, была такая. У меня до сих пор ни одной такой нету. Странно, но я же у тебя ее покупал. Так вот именно. Саженец покупал. Все, давай это. Саженец вон до сих пор растет, скоро сдыхать будет. То есть ты начал... меня спас от позора, чтобы мне не тыкали носом, что это. Все, давай так. Давай. Давай.
Вот, это, кстати, его супруга, это самое... Ну, местоопылителя. Да, местоопылитель. Владимирская. Владимирская. И вот с одного года тоже, в один год я их это выращивал, в один год, это привито на Владимирской, твоя жуковка, в один год, ну, жуковка, смотри, толстенная сделалась. Макушки я давно, еще в том году подпилил, потому что достать не мог. Так ничего. Куда уже, и так и метров 7-8. Да? Нет, наверное. Раз, два, три, шесть, метров шесть, 5, 7. Не-не, больше. У меня глазомер хороший. Макушки отпилил, тщательно их замазал. Зато в прошлом году черенки у тебя были с нее. Да. За счет этого. Да, так, в этом году ни черта нету. Я кто тебе сказал? Посмотри, какой прирост. Вот даже на крайний глянь. А, вот это, а нет, есть. Все. Отлично. Друзья, запомнили, придет время, это, я это, к Чернобаеву, а вы ко мне. Да. Вот за этими черенками. Хотите вот иметь сибирскую, эту самую, одновременно, сибирско-украинскую вишню? Ну, это не вишня это теперь, не вишня. Ну, Константинович, вот молодой. Ну, так листья изменились. 60 сантиметров, а то и больше. Вот. Нет вегетативной уже наука, а это что? А наверху еще лучше. Вишня стала черешней, вот она. Тут-то мы оба не могли ошибиться. Ну, она не совсем черешня, а кисловатая. Дюк. Ну, ладно. Я говорю, лист черешневый. Ну, черешневый. Все, благодарю за внимание. Вы попали к двум ненормальным фанатикам. Вот. К чокнутым товарищам. Да, к чокнутым. Ничего не удивляйтесь. Вот на том стоим. Да. Ну, вот так. Вот. Сад это для души. Да. Все остальное это для денег, для профессии. Да. Чем я... Все. До свидания, друзья. Пора и честь знать. Да, хватит.